Незабываемое шоу, где объединились в одно мероприятие музыка, видео-шоу, представление и неформатное творчество, прошло впервые в Новочебоксарске. Фестиваль неформатного искусства «Арт-Эффект» собрал любителей особенной атмосферы. Мы сделали такую попытку собрать на одной площадке и музыкальные коллективы, и творческие студии, и различные интересных людей, которые воплощают свое творчество в необычных техниках. Конечно, музыка – это неотъемлемая, может быть, даже главная составляющая этого фестиваля. И что самое радостное, может быть, что подобное мероприятие проходит в Новочебоксарске, потому что хочется, чтобы молодежь города Новочебоксарск, она приобщалась к таким к творчеству, занималась творчеством, интересовалась музыкой, искусством. Разнообразие музыкальных и творческих коллективов, а также стилизованное арт-пространство с уникальными представлениями техник – все это создает, по мнению организаторов, незабываемую атмосферу, в которую хочется погружаться снова и снова. Все пространство клуба было оформлено творческим объединением «Точка сборки» и представляло себя флюро-декор. Весь вечер сопровождавшийся видеоинсталляциями. Отличное танцевальное настроение создавали диджей Дружинин, диджей Биас и диджей Грусть Веселый. Танцпол клуба «Фортуна» буквально захватили титаны из одноименного шоу, представленного ребятами одной из дизайн-корпораций. Их выступление походило на вторжение пришельцев-гигантов и битву трансформеров одновременно. Наверное, могли увидеть нашу работу. Это дефиле. Также у нас своя мини-фирма, называется «Дикобраз». Мы занимаемся оформлением фестивалей, перформанса, строим декорации. Тема нашего перформанса – моральный дух. Мы выполнили костюмы из современных материалов, таких как пенополистирол и зеркальный пластик, оргстекло. Все костюмы мы выполняли и придумывали сами. В арт-зоне фестиваля развернулось настоящее представление из песка и света. Творческая студия продемонстрировала возможность рисования песком, а также каждый желающий мог попробовать себя в роли художника-мультипликатора. Буря восторгов вызвало шоу световых картин. Здесь было все – и чувственность, и переживания. Год занимаемся рисованием светом, выступали на фестивалях, на частных заказах, на вечеринках. И сейчас уже получаем, как сказать, развитие, начинаем развиваться, уже выступать. Это уже дело не для души, а как заработок стал. Когда рисуешь в четыре руки, это намного лучше. Эффектнее будет выглядеть, поэтому сегодня решили всех поразить и выступить вдвоем. Музыкальные коллективы играли как взрывные ритмы, так и лирические баллады. А дальше произошло нечто потрясающее. Театр мод «Королевство снов» представил на суд зрителей абсолютно новую коллекцию. Костюмированный фрик-перформанс под завораживающее музыкальное сопровождение переносил участников и гостей фестиваля одновременно и на страницы книги Льюиса Кэрролла и к сказке «Щелкунчик». Как отметили участники мероприятия, которое прошло в необычном формате, арт-эффект – это не просто фестиваль неформального творчества, но и новое веяние в современном творчестве.